Я заранее прошу прощения за посторонние звуки, так уж вышло. В фокусе сегодня аромат фреш от маскина. Или масчина, как правильно, я не знаю, подскажите. Так вот, я затестила в центре на первом этаже, мне очень понравилось. И когда шла речь о моей коробочке красоты совместно с магазином Ирмак, я попросила на обзор прислать мне небольшой объем, миллилитров 30, и мне прислали. За что, опять же, огромное спасибо Ирмагу. Ссылочку я обязательно оставлю под видео. Я ношу его где-то неделю, и я могу сказать, что после того, как страсти улеглись, сначала мне очень-очень нравился просто так, а потом раз, и вот как-то бамс, и я увидела, и узнала, и почувствовала, это самое близкое к Жадор Диор, что можно только придумать на планете Земля. Ну, во всяком случае, то, что пробовала я. В общем, это такой облегченный Жадор и упрощенный. То есть, если вам нравится Жадор, вам понравится этот аромат. Немного сбивает с толку сама брызгалка. Вернее, не брызгалка, а вот сам этот флакон. Потому что он сразу навевает ассоциации с чистящим каким-то средством, с чистящим моющим. На самом деле нет, это аналог Жадора. Самый близкий, вкусный, классический. В концентрации туалетная вода. Для меня он подойдет на теплое время года, на дождливые дни и на солнечные дни. В общем, он нравится даже тем, кому не нравится все, что мне нравится. То есть он такой попсовый, запопсенный такой вариант. Мне очень-очень-очень импонирует вот это все. И, в общем, девочки и мальчики, прошу прощения, возможно, обзор очень короткий, но это такое буквально, чтобы просто вы обратили внимание, потому что аромат существует на рынке, я напишу, с какого года. И я обратила внимание, и то совершенно случайно. Как-то так вот вышло, я зашла просто потестить, понюхать, и увидела вот эту брызгалку, думаю, дай-ка я посмотрю, что там. А там оказалось потрясающе вкусное, вообще замечательное великолепие, которое совершенно не вяжется с оформлением, а может быть и вяжется, которое такое, ну, в духе бренда, потому что бренд славится своим таким юмористическим отношением к миру. И вообще очень здорово, правда. Я думаю, это будет любимым ароматом на это лето. Ну, а вы подписывайтесь на мой канал, кто не подписан, ставьте лайки, задавайте вопросы, давайте дружить и общаться. Я, Ольга Швец, прошу прощения, дорогие мои любимые друзья и подписчики, и те, кто пишет под видео, и те, кто не пишет. Я всем вам передаю огромнейший привет. Кстати, если нужно сделать видео про маникюр, я обязательно сделаю. Показываю. Ну, это такой... В общем, я потом напишу, если вам интересно. Поэтому оставайтесь со мной. Всем всего хорошего. Пока-пока.